Ну, я слышала, есть какая-то комета или астероид, который вас смущает. Расскажите, объясните, зачем мне это знать? У вас 20 минут. 20 минут? Начинайте. Вперед. Давайте же. Мадам президент, примерно 36 часов назад аспирантка Кейт Дебиаски, вот она, обнаружила очень большую комету. Да. Молодец. Ее диаметр 5-10 километров. Мы думаем, что она прилетела из облака Оорта. Неужели? Это самая отдаленная часть Солнечной системы. И мы использовали метод Гаусса, чтобы определить орбиту со средней астрономической погрешностью в 0,04 угловых секунды. Что это значит? Объясните, что это? Что хватит? Доктор Минди говорит, что прямиком на Землю летит комета. Согласно расчетам НАСА, она упадет в Тихий океан в 62 милях к западу от Чили. И что, будет подъем воды? Нет. Катастрофа будет гораздо более серьезной. Цунами высотой в милю будут расходиться по поверхности Земли. Если комета ударит, это можно будет сравнить со взрывом миллионов бомб в Хиросиме. Магнитуда сравнима с 10 землетрясениями. Извините, вы так странно дышите, что мне аж некомфортно. Простите, я просто объясняю научные факты. Я понимаю, но это такой стресс, я пытаюсь его служить. Извините, это... сэр, вы просто не понимаете всю опасность ситуации. Я пытаюсь вам объяснить, как могу, Мадам президент, такие кометы – это убийцы планет. Да, верно.